Водолей, приветствую на канале Психология Таро. Я возобновляю ежемесячные расклады. Мы посмотрим основную энергию месяца. Четыре базовые сферы жизни. Это работа, деньги, социум, любовь. Посмотрим предостережение на месяц, совет на месяц и сбудется или нет желания. Кто не любит смотреть раскладку карт, сразу переходите на тайм-код в описании. Кто хочет настроиться с каждой картой, оставайтесь, посылайте свою энергию. Итак, основная энергия месяца, что будет наибольше всего проявлено? Четыре базовые сферы жизни. Что будет там? Итак, работа, деньги, социум и любовь, отношения. Далее предостережение и совет на месяц. Смотрим предостережение, совет. И сбудется или нет желание. Может быть, у вас есть цель какая-то. Может быть, какая-то прям важная задача, которая перед вами стоит. Посмотрим. Может быть, здесь послание будет какое-то для вас, да, очень важное. Итак, давайте смотреть водолея. Основная энергия июня. Что будет проявлено? Вы будете проявлены, да, как основное, я бы сказала, то, вокруг чего все должно происходить и крутиться. Не в плохом проявлении, да, какого-то там эгоизма и так далее, а действительно в хорошем. Когда мои желания важны, я для себя на первом месте. Действительно, я то самое главное, что есть у меня в жизни. И вот, в принципе, у вас будет вот весь июнь, да, исходя из ваших желаний, ваших намерений, стремлений. Это хорошо, да, то есть мы же все равно живем для того, чтобы достигать своих целей. И здесь будет про то, что вы действительно, может быть, поймете прям до конца, чего вы хотите, какой вы человек, как вы проявляетесь, свои вот эти, знаете, радостные такие моменты будете больше проявлять, больше радоваться миру. Знаете, как с открытым сердцем идти, как вот маленькие детки, да, когда я хочу, я иду и я получаю. То есть, ну, вот такое вот. Так, давайте смотреть, где, как это будет проявляться, в каких сферах. Сначала посмотрим работу. Так, ну, смотрите, кто недавно приступил к новой деятельности, здесь у вас будет, знаете, как период обучения, когда вы действительно будете искать новую информацию, когда вы будете спрашивать у коллег, как лучше сделать, вы будете, ну, я бы сказала, не прям сами мастера-мастера и принимаете решения какие-то там, работаете самостоятельно, а именно как в подчинении. Именно когда немножечко вы, ну, не совсем прям специалист еще, да, то есть чего-то вам еще не хватает. Здесь, если кто-то сейчас находится в поиске работы, вот как раз-таки этот период может знаменовать то, что вы найдете работу, на которой вы будете прям как учеником, да, когда вы еще плохо понимаете сферу, в которой устроились, и там будете, знаете, как при ком-то работать. Кто уже прям совсем давно-давно находится на своем месте, ничего, никаких переходов, ни изменений, ничего не планируется, здесь может быть действительно тоже как какое-то обучение, может быть какие-то дополнительные курсы, переобучение, может быть ситуация, ну, возникнуть, да, в которой вы еще не были в рамках своей трудовой деятельности, действительно вам здесь придется что-то узнавать, что-то спрашивать. Но здесь, смотрите, не про инициативность, а именно про то, что мне нужно у кого-то что-то узнать, что-то спросить, какую-то информацию получить и так далее. То есть достаточно интересная карта в плане работы. То есть у нее есть потенциал, то есть развития. Если вы правильно примените ту информацию, которую вы получите, в принципе, все дороги открыты. Далее давайте смотреть финансы. Так, ну что, поздравляю! Вот то, как вы хотите видеть свои финансы, у вас есть потенциал на это в июне. Но здесь не про то, что я сижу на попе, и они сами ко мне приходят, а здесь про то, что если ты сам прилагаешь усилия, сама в данном случае, да, то действительно деньги к тебе придут.
Если смотрят женщины, здесь вам говорится о том, что будьте более активны, будьте прям вот более пробивным. То есть, если вы, в принципе, все время в такой пассивной позиции привыкли, да, то вот больше, больше, больше активности какой-то. А если мужчина смотрит, все прекрасно, продолжайте. То есть, будьте вот таким вот, знаете, как достигатором, добиватором, который знает, чего хочет, идет и берет это. Социум. Это наши друзья, знакомые, коллеги, родственники, просто люди, которые как-то косвенно влияют на нашу жизнь. Здесь может возникнуть такая ситуация, когда действительно пошатнется ваша какая-то стабильность, ваше вообще понимание того, кто вас окружает и как с ними нужно взаимодействовать. Здесь может быть... Не хочу прям сильно говорить о том, что какое-то там предательство может пройти, да, а про то, что вы поймете, с какими людьми вам больше, ну, не совсем по пути, кто нарушает ваш какой-то такой, знаете, как размеренный ход жизни, который, кто постоянно вносит какие-то, ну, не знаю, раздраи какие-то, может быть, стрессовые ситуации, переживания и так далее, да. И здесь, в принципе, может случиться. То есть обратите внимание на то, кто из вашего окружения вас прям выбивает из вашей стабильности. Здесь еще тоже может пройти такое, что вы просто захотите сменить свой круг общения, потому что вот тот, который сейчас, он не совсем, давайте скажу, тот, который даст вам какую-то базу, какое-то... спокойствие в том, что я могу положиться на этих людей. Да, вот сейчас, возможно, вы действительно не можете положиться на тех людей, которые вокруг вас. Или же их очень мало. Да? Там один, два, может быть, действительно только один, и то этот человек или там подруга, она, ну вот, не рядом. То есть это, ну как, ну, вне досягаемости, да, и вот здесь у вас возникнет вопрос, что, а что же делать, да, то есть я же хочу как-то, ну, чтобы мне было, ну, себе хорошо, да, по солнышку. Так, давайте смотреть любовь и отношения. Сначала скажу для тех, кто в паре, потом для свободных водолеев. Смотрите, кто в паре? Тихо, размеренно, хорошо мы идем так, как мы идем в наших отношениях. У нас, у вас, да, в отношениях есть определенные цели, есть определенное понимание, как должно быть. Вы сходитесь с партнером в этих пониманиях. Может быть, не на все 100%, да, но по большей части вы действительно, знаете, как вот нашли того человека, с которым вам хорошо, комфортно, здесь очень важно. И вы идете, развиваете это отношение, исходя из комфорта, для того, чтобы действительно было, ну, вот опять же, да, стабильно, базово, действительно я бы смогла опереться и так далее. Если вы свободные водолеи, вы можете захотеть вот именно вот этой вот стабильности, базовости и комфорта, ну вот приобрести его для себя. То есть если у вас, в принципе, раньше были отношения какие-нибудь там эгегеи, там страсти гуляли и так далее, да, то теперь у вас пойдет смена вообще представлений, что долгосрочные отношения, именно хорошие, серьезные отношения, это не про страсть, а действительно вот про такую, про комфорт, про стабильность, про доверие. Ну и, в принципе, про базу, да, ту же самую финансовую и, ну вот, то, что с этим связано, когда я спокойно, я, ну, то есть мне не нужно там, как на пороховой бочке, думать, а что же произойдет в следующую минуту, да, то есть вот здесь у вас может сложиться такое вот понимание. Так, давайте посмотрим предостережение вам на месяц. Смотрите, предостережение о том, что не зависайте... Ну, давайте скажу, как в зоне комфорта, да, но здесь не совсем про нее. Здесь про то, что, давайте так, если вы нашли какую-то рабочую схему, которую вы применяете, да, и она для вас действует, и вы как будто бы знаете, а, работает, ну и все хорошо. Типа, зачем придумывать что-то новое, если это и так работает? Вот вам здесь предостережение, что может получиться, как, знаете, завязывание какой-то рутины, которая впоследствии может привести к тому, что это потом уже настолько надоест, настолько не будет давать тот результат, ту отдачу, которую сейчас дает, да, что здесь больше про то, что ищите разнообразие.
Здесь, смотрите, если мы будем смотреть, опять же, по стихиям, возможно, вам как отсылка на денежную сферу. То есть, если вы привыкли, давайте так, ну, пример приведу. Допустим, получать дополнительные деньги от каких-то подработок или же сверхурочных каких-то там часов, смен и так далее. И вы, в принципе, ну, как у вас это работает, да, я взяла подработку или я там взяла дополнительные часы на своей же работе, и как бы за это получила деньги, и как бы, ну, в принципе, если мне нужно будет опять там сверх бюджета средства, тогда, соответственно, я буду делать так же. Здесь вам говорится о том, что не погрязайте в этом, да, ищите новые варианты, которые могут вас вывести на что-то более лучшее для вас, да, опять же, мы же помним, что у нас солнце, мы должны смотреть, что для нас лучше, потому что не всегда то, что работает, ну, как часы, да, то, что мы знаем, допустим, я взяла подработку, получила деньги, не всегда это хорошо, потому что там, понятное дело, отдача, ну, определенного типа, да, то есть ищите там, где приложение усилий, они как бы сверх, да, отдача идет. Так, дальше совет. Совет вам не сопротивляться трансформации, которая происходит. Здесь, смотрите, может проходить действительно по социуму. То есть, если ситуация какая-то будет происходить, как я говорила, там, с друзьями, знакомыми, родственниками, коллегами, какая-то действительно, возможно, конфликтная ситуация. Или просто, знаете, когда, вот, допустим, отношения изживают себя. Той же самой работы. Когда вот где я сейчас работаю, я понимаю, что ну все, то есть это потолок, то есть мне нужно идти куда-то в новое. Не сопротивляйтесь этому, то есть, понимаете, все идет как идет. То есть чем больше вы будете стоять, скажем так, ну вот и топать ножкой, что нет, надо все наладить, нет, надо вот, ну, удержаться там и как-то это. Оно не всегда будет хорошо, потому что условия вас подталкивают к тому, чтобы вы развивались, чтобы вы шли дальше, а вы, ну, пытаетесь удержаться. Поэтому не бойтесь тех изменений, которые будут происходить в вашей жизни с какими-то людьми в вашей жизни, да, или в принципе с вами. Поэтому будьте смелее. Ну, давайте смотреть, сбудется или нет желание. Кто не смотрел раскладку карт, сейчас можете поставить на паузу, загадать желание. А мы смотрим. Грядут великие перемены. Интересно мне, про что это? То есть это перемены в хорошую сторону или в плохую сторону? И здесь опять же, видите, вам говорят о том, что перемены-то будут. То есть не сопротивляйтесь, не... Ну, то есть... Давайте так, если переменам нужно, они все равно придут. Здесь вопрос просто, примете вы их или нет. Про что эти перемены? Знаете, здесь вам про то, что если вы сейчас очень сильно активничаете в сторону какого-либо своего желания, и хотите непременно именно сейчас, вот прямо в ближайшее время добиться того, чего вы хотите, отпустите ситуацию. Здесь, возможно, знаете, мир как-то развернется, пространство как-то развернется, люди вокруг вас как-то по-другому, да, начнут с вами взаимодействовать, и вы с ними, да, что это ваша цель, она придет к вам без надрыва, скажем так. Или же в реалиях новых вы поймете, что вот то, к чему вы сейчас стремитесь, да, оно вообще не стоит вот тех сил потраченных, да. Возможно, это просто не ваша цель, это не ваше стремление, не ваше желание, да, и вы как раз-таки поймете это. Здесь, опять же, может быть, кто-то из вашего социума отвалится, да, и, соответственно, вместе с этим человеком отвалится и то желание, к которому вы шли. То есть все может быть. Здесь вам больше про то, что займите выжидательную позицию и смотрите, как, ну, вокруг вас все будет разворачиваться. Так, ну что, Водолей, смотрите, вот такой расклад для вас. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто хочет личный персональный прогноз на месяц, мои контакты есть в описании. Связывайтесь со мной. Ну и подписывайтесь, если еще не подписаны. До новых встреч. Пока-пока.